Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Чанган CS75 2020 года в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП, полный привод. Имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, установлены рейлинги на крыше. Литые диски, хорошая зимняя резина, имеются повторители в зеркалах. Пробег 46 тысяч километров. По салону красивый темный ухоженный салон, кожа не прокуренный, имеется полка в багажнике, автохолд, электроручник, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, подогрев передних сидений, мультируль, круиз-контроль, корректор фар, система курсовой устойчивости, помощь при спуске, электропривод передних сидений, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по КП. 109, 109, 105, 111, 90, 111, 97, 105, 105, 93, 106.